Сгорело здание крематория в Новосибирске. Местные СМИ предполагают, что это был поджог. Пожар произошел в помещении оформления заказов. Горело 300 квадратных метров. Но по кадрам кажется, будто полыхает огромная площадь. Спасатели за 40 минут справились с огнем. В Новосибирске работают две компании, занимающиеся похоронными услугами и кремацией. Сгоревшее здание принадлежит семье Якушиных. По информации новосибирских СМИ, осенью с именем Якушиных был связан ряд скандалов. Против них, завели уголовные дела и пытаются обвинить их во взяточничестве. Представители наших похоронных компаний уверяют, что новосибирский пожар не скажется на кремации красноярцев. В самом Новосибирске находится два крематория. Есть муниципальный крематорий Закаменский, частный крематорий похоронный дом Некрополь. В городе Красноярске находится два представительства крематория. Это компания «Красноярский крематорий», которая является представителем Некрополя, и компания «Похоронный сервис», которая является представителем крематория Закаменского. Как бы оно ни было, в любом случае крематория достаточно, и у людей есть право выбора, куда обращаться. Никоим образом это не отразится на красноярских кремациях.